Господин Давид, у ребенка аутизм. Уже 5 лет, как он лечится. Ему 8 лет. Несколько месяцев назад у него появилось косоглазие. Врач сказал, что это не имеет отношения с аутизмом. Это правильно или нет? Имеет отношение или нет? Ну, смотрите, с точки зрения обычной, да, это не имеет никакого отношения. Но если у ребенка вот уже много лет известно, что у него есть проблема, которая выражается в аутичном поведении, и, как мы говорили, с точки зрения нашего понимания, причиной этого является органические поражения, если уже на этом фоне появляется еще и косоглазие, это говорит о том, что происходит какое-то ухудшение вот в этой вот органической проблеме, которая выражается еще и косоглазием. Это как бы не связанные, опять-таки, напрямую как бы проблемы, но при ухудшении состояния могут возникать разные другие симптомы. Часто спрашивают, а можно ли вылечить косоглазие? Был ли у нас такой опыт? Да, у нас такие часто приезжают дети с, скажем так, несоосными глазами, и как бы один глаз смотрит прямо, например, другой смотрит как-то. Причины врачи обычно называют разные, это и слабость, или наоборот перенапряженность каких-то мышц глазных и так далее. Различные неврологические объяснения. Но практически, да, у нас было немало детей с подобными проблемами, и наступало значительное улучшение. Вот вспомнился сейчас один ребенок, которого привезли порядка 10 лет назад из Англии. У него было косоглазие, и была уже назначена операция на тот период, после возвращения от нас. И когда они вернулись, операцию отменили, потому что уже не было необходимости. Çox az vaxtımız qaldı. Qısa olaraq söyləyim ki, David bəy söylədi ki, bir mənalı olaraq aidiyyatı yoxdur çəpgözlüyün uşağın, yəni autizm olan uşağın xəstəliyi ilə bağlı. Amma uşaqda autizm müalicə olunmursa, deyək ki, vəziyyəti kritikə doğru gedirsə, çətinləşirsə, vəziyyət daha da kəskin hal alırsa, gözə də təsir etmə ehtimalı var. Və söylədir ki, İngiltərədən bizim yanımıza bir uşaq gətirmişdilər. Uşağın deməli, professor belə dedi də, bir gözü düz baxırdı. Bir gözündə əyilmə var idi. Bunu da deyir həkimlər, deyir ki, uşaqda göz əzələlərinin zəifləməsidir, müxtəlif səbəblərdən olur və bizim terapiyamız nəticəsində o öz müsbət həllini alıb. Yəni bu cür xəstələri də qəbul edirlər.